Сегодня, 26 марта, стартует новый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом году открытие самого масштабного конкурса для школьников пройдет в формате трехдневного онлайн-марафона и завершится 28 марта, в день больших перемен. Регистрация открыта на платформе «Большая перемена.онлайн» до 1 июня. Главная задача конкурса – дать возможность каждому участнику найти свои сильные стороны, раскрыть творческий потенциал и научиться находить нестандартные решения в сложных ситуациях. В новом сезоне наряду со старшеклассниками подать заявку могут ученики 5-7 классов и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования. Участников ждет много нововведений. В том числе в отдельном треке смогут поучаствовать иностранцы-подростки, изучающие русский язык. Призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах. Первые этапы конкурса пройдут дистанционно на платформе «Большая перемена.онлайн». Там же можно зарегистрироваться до 1 июня. Очные полуфиналы для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах. Финал состоится в Артеке в ноябре 2021 года.